Цель данного рейда – не поймать нарушителей, а предупредить жителей об опасности. Именно на железнодорожной станции Расторгуева в текущем месяце произошел несчастный случай. 7 числа февраля этого года произошел смертельный случай на данной станции Расторгуева. Вот, погиб мужчина, сбила его электричка. Вот. Хотелось бы всем сказать, что нахождение на путях, несоблюдение правил нахождения на железнодорожной транспортной инфраструктуре влечет за собой очень тяжелые последствия. На станции вот Расторгуева рейды проводятся 2-3 раза в неделю, это точно, так как очень травмоопасный участок. Так как мы работаем с детьми, с несовершеннолетними, основное внимание у нас, конечно, уделяется несовершеннолетним, хотя замечания, какие-то беседы мы можем провести и со взрослыми гражданами. В ходе мероприятия было выявлено несколько фактов передвижения людей вдоль железнодорожного полотна. Давайте я пройду, лучше прибили. Не надо, не ходите больше никуда. Вас никто штрафовать не будет. Мы не собираемся вас штрафовать. Мы вам читаем статью. Мы вам рассказываем, что 1. Вы нарушаете. Хорошо. Вы нарушили статью 11.1. Мало того, вы еще рискуете своей жизнью и здоровьем. С пассажирами были проведены беседы, во время которых участники рейда разъяснили жителям опасные последствия пересечения путей в неустановленных местах. Люди, чтобы проехать без билета, прыгают через платформы. Ничего не бояться. Поезда не слышно, и происходит трагедия. Житель города Видное Владимир Дворцов рассказывает, что особенно много нарушителей, желающих сэкономить время и деньги, на станции утром. Где-то, наверное, вход есть открытый, и каждый раз прям даже подъезжает состав и все равно залазит, конечно. Вот. Ну и плюс еще даже с противоположной стороны. Ну и где нет, конечно, входа по билетам. Профилактические рейды на станции Расторгуева, а также на других платформах, расположенных на территории муниципалитета, проходят регулярно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.